Всем привет. Надеюсь, вы узнали, что это за лягушонок. Много лет назад, ну как много лет назад, конечно же, не 50 и не 100, но тем не менее. Так, прошу прощения, конечно, что у меня тут картинка почему-то не на весь экран, не знаю, то ли это из-за того, что плохо настроен, но хотя сомневаюсь, вроде настроил ее хорошо. Бывает иногда почему-то на эмуляторе некоторые игрушки отображаются немножко кривовато, либо меню, либо еще что-нибудь. Но думаю, все-таки это все из эмулятора, а не из-за образа. Хотя, может быть, и образ. Так, ну что, это у нас гоночки про Crazy Frog, да, про бешеную такую лягушку, лягушонка. Так, Single Race, выберем Single Race, прокатимся один, ну не знаю, одну, две трассы, так, ради ностальгии. Вспоминаем, что когда-то такое было, раньше, помню, был у всех школьников на телефоне, и каждый абсолютно включал его постоянно, и эти видосы всякие разные. Так, выберем, ну что, какая нам разница, так, какой у нас уровень сложности будет. Так, ну даже я и не знаю, какой выберем-то. Мне кажется, наверное, вообще без разницы, какой выбрать. Да? А выберем вот это, она вроде такая посветлее немножко. Так, вот что-нибудь... Вот. Ну, вот такое, наверное, мостики тут вроде подсвечено там что-то. Блин, почему, интересно, как-то сдвинут экран почему-то. Невидимые мотоциклы. Так, ну что, поприкалываемся немножечко, что тут вообще? Блин, как быстро это все. Рекорды, конечно, я сейчас здесь ставить не буду, потому что у меня, кстати, этой игры и не было. Я ее как-то не покупал, так как я не любитель был вообще, несмотря на то, что там у каждого школьника была эта фигня на телефоне. Посмеялся над этим пару раз. Ну и как бы хватит. Уж не до такой степени. Как-то фанател по этому ролику, по какому-нибудь, по этой игре, тем более, конечно же. Ну, у того, одного товарища у меня знакомого она была, и как-то мы с ним, конечно, даже поиграли в нее успели. Ну, как-то все равно она не особо впечатлила меня, но... Так, поиграть можно, все равно, что нет. Ой-ой-ой-ой, куда он улетел-то? Еще взрываться успевает что-то. Что-то я вот забыл, интересно, по-моему, можно вот эти монетки собирать и потом что-то то ли покупать, а, даже не потом, а по-моему, во время гонки можно это делать. Вот это. Да-да-да, точно, шифтами можно переключать оружие, тем самым покупая... Да тихо ты, куда ты падаешь-то? Так, вот у нас гаечка внизу изображена, это у нас получается, насколько помню, ХП типа нашего невидимого этого... Не знаю, мотоцикл, что ли, как это назвать? Куда мне ехать-то? Переходы такие не всегда... Так, вот-вот-вот. Я проехал ее. Я не взял болтики. Смотри, все, короче, мы отстали вообще очень сильно. Ну, только это, главное, набирает-то. Скорость вообще долго. Так, ну тут где-то нитро должно быть, по-моему. Нет, разве? Хотя какое мне нитро, я так-то не могу доехать. Еще нитро какое-то. Я придумал тут. Вот это вот нитро. Куда бежать, куда лететь? Ужас. Нифига себе. Вот эта скорость была.
так пофаниться, конечно, все равно поприкалываться. Хотя бы то, что это игра. Ай-яй-яй-яй-яй, вот, блин, не видно, куда падает вообще, что это игра, в принципе, с PlayStation 2. Так, ну давай же, давай же. Блин, лишний поворотик вправо, лишний поворотик влево, и все. Так, лучше я возьму болтики. Да ты что такое творится-то? Вообще... Да. Ну, сноровка нужна, чего нет-то? В любой игре практически сноровка нужна, ну хотя... Не соглашусь, конечно, сам с собой. Так, куда? Выбрал уже трассу себе на голову, так сказать. Чего? Куда едем? Куда едем? Куда прыгнем? Я смотрю, все от нас вообще улетели, мы вообще где-то там, в самой этой. Ну ладно, что? Что делать-то? Сами с собой покатаемся. Я хоть поговорю немножко. Не знаю, о погоде. Погода сегодня такая, в принципе, ничего, нормальная. Ой-ой-ой, нет, не туда поехал. Блин, это, конечно, с одной стороны, прикольно, что ты можешь выездить с дороги, как бы. Потому что что-то очень часто это получается здесь. Ну, скорость, конечно, тут дикая вообще, я смотрю. Просто элементарно ничего не успеваю сделать. Так-то, конечно, можно вообще уже нажимать, наверное. Рестарт. Баб. Что там хотел сказать, я им не дал. Так, куда? 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 Куда ехать-то? Стрелочки есть. Все есть, а я куда-то непонятно куда еду. Здесь вообще можно сказать, что я еду. Кто это? А, это типа первый уже кто там финишировал, что ли, уже кто-то? Или что? Так, пока подходим к туннелю или что, надо это... Использовать... Нет, уже поздно. Надо было раньше. Ну так-то, в принципе, если привыкнуть к управлению, то, правда, сильно очень что-то заносит, а прям это... Не успеваешь. То, в принципе, можно погонять. Ой, я еще и в эту штуку врезался, офигеть. Что это? Ой, это мины. Похоже на ту, что раньше на грузах, на таких, а в воде. Ой-ой-ой-ой. Оплавали для подводных лодок, чтобы их подтапливали для кораблей там, в принципе. Не знаю, на какой высоте они работали. Еще заново появился. Эй, в общем, куда-то я лечу, не знаю куда. Вот это высота так-то. Нифига себе. Если что-то подобное поиграть, чтобы вот именно с такой же высотой было, да еще и если купить такие вот этот не шлем, а такие очки, как она называется, я забыл уже. Где типа виртуальная реальность, это типа не так давно появилась она. Тоже где роликов было много в интернете, где они там как будто бы на аттракционах там каких-то катаются с понтом. Люди там чуть ли не падают со стулов. Думаю, что как будто бы это на самом деле происходит. Как он называется? Нивер, Ливер, что-то я забыл, как там называется. Технология-то это. Так. Так, ну в общем, я предлагаю выйти из этой трассы и прокатиться. Так, а чё ты не уходишь, товарищ? А, нет, все, вышел. Почему я раньше не мог это нажать, хотя я только раз крестик нажимал. Так, прокатимся еще по какой-нибудь одной трассе. Еще вот у нас то есть, на каких-то на роликах. То есть у этого нету, типа, этого летающего какого-то парящего объекта. У этих есть, типа, и тут робот какой-то красный. Повар дикий какой-то. Так, тут что, какая-то типа девочка. Ну, все понятно. Тут какой-то якудза, самурай какой-то. Так, ну и чё, ладно, прокатимся все равно за него, чё. Хотя тут, в принципе, я так понимаю, что управление тоже
Так, выберем на этот раз вот эту карту. А вот с пальмочками погоняем, прокатимся. Не знаю, что-то я так решил, в принципе, такие рейсерные игры еще посмотреть, так сказать, прокатиться для полного ощущения, что ли. Да какого ощущения? Какую-то ерунду уже, в общем, говорю. Раз просмотрел гоночки на платформе 3DO, решил посмотреть еще и на PlayStation 2, ну, естественно, на первой PlayStation тоже посмотрю. Рано или поздно каких-нибудь доберусь до какого-нибудь там Гран Туризма или еще что-нибудь. Да, очень нравилось мне раньше еще играть в... Ох ты как. В драйверах первую и вторую часть. Хоть это не гонки, но тем не менее. Игра, связанная с автомобилями, с там, всякими угонами и прохождением миссии. Прикольно. Так, я тоже так хочу. Вот он, пускай кто-нибудь там напрется. Это так-то, по сути, да, в принципе, как вот, например, какую-нибудь игра, как вот, допустим, если на PlayStation на первой, так это то же самое, где у нас Crash катался. Как он назывался, я забыл уже. Crash Time Racing, что ли? Нет, ну Crash Time, что-то как-то он назывался, я забыл уже. Тоже суть-то такая же. В игре тоже есть персонажи, с которыми мы гоняем, которых нужно обогнать. Пойти первым. Так, тихо-тихо, нас как забросало. Так, что это? Ты задний ход-то, что? А, тут задний ход еще нужно сдавать. Еще поворотики бы еще включали бы, я вообще прикололся бы. Он еще так поворачивается. Так, интересно, это что такое? Какие-то штуки, в общем. Эти штуки, по-моему, не дают куда-нибудь улетать. Или дают, или не дают, не знаю. Зачем они, ну-ка я возьму их ради интереса. Это типа силовое поле, я вот просто играл в нее давно очень. И играл-то, наверное, один раз всего лишь. Нет. Может быть, даже два раза от силы. И то на двоих просто катались так. Ну, как бы. Из-за этого я, в принципе, не знаю, что здесь что. Что куда значит, что вот эти вещи, которые покупаем. Сейчас я буду периодически посмотреть, что это такое. Что это за какая-то рожица. Собаки, как будто бы. Это типа можно гасить кого-нибудь. Ну, неплохо, неплохо. Так, а это у нас что? Надо догнать кого-нибудь. Как дать кому-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то я даже кого-то обогнал, что ли? Нет, нет, не обогнал. Показалось. Давай, летим. Ну, скорость так-то тут, блин, такая быстренькая так-то. В принципе, даже ощущается. Такое вот управление. Тут привыкать, конечно, к каким трассам надо. Чтобы играть, например, на прохождение. Ты чё? Ой, блин, я хотел поднять эту штуку. Сейчас бы поднял бы я её. Ты смотри, какая ты. Чё это было? Кафу, ты зачем ты опять эту штуку взял? Опа, я даже ее обогнал, успел. Давай, мчим. Ну, хотя бы этот уровень, я думаю, доедем не последним. Ага. Конечно. Ай-яй-яй-яй-яй, доехал, называется. Смотри, как шустро обогнала. Или обогнал кто там. Я не успел посмотреть. Давай. Да ты что, опять наскочил-то на эту? Вот такие еще звуки произносит. Какие-то. Блям. Что-то такое подобное. Так, я хочу кого-нибудь поджарить вот этой штукой. Есть тут кто-нибудь, нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, так я еще, оказывается, кого-то обогнать успел. Стоп, она тоже там нафигачит такой штукой. Давай. Ай, я думал, она сейчас обгонит. Да ты что не обгоняешь-то? То она обгоняет нас, то не обгоняет. Да как, ну все, сейчас не догнать ее будет. Она что так медленно разгоняется. Так, куда?
Куда-куда? Туннель. Быстрее в туннель. В туннеле хотя бы я не смогу вылететь куда-нибудь. Блин, ну все, она у нас летела так далеко. Возьму тогда вот так ускорение, что ли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой брям? Ну давай же. Брямка это еще. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Куда-куда? Блин, так хотел догнать кого-нибудь. Поджарить. Ой, я вообще куда-то с текстуры вылетел. Вот это, конечно, не очень хорошо. Это сразу минус такой. В игре, ну что, это бред какой-то. Как он мог вылететь вообще куда-то наверх? Еще и скорость-то здесь, если посмотреть внимательно, то еще и в милях-то. 120 миль в час. Офигеть. Как тут скорости какие бешеные. Да, конечно, чё вы это? Тем, что я ездить разучился. Нет, теперь я точно никого не догоню. По крайней мере, третий круг из третьего. Три из трех. Так что хотя бы тогда до финиша доеду. Чё делать-то теперь? Да. Позорно, конечно. Но чё делать? У каждого есть шанс взять образ. Запустить эмулятор, либо у кого есть приставка вообще, поиграть на приставке. Да давайте, ну куда ты это все приходится делать? Давай, 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 давай. Ну и играть лучше, чем я, конечно же. Я тут не намерен, в принципе, рекорды ставить какие-то. Ну так, для общего обзора такого. Посмотреть, что да как. Глядишь, что-нибудь вспомнит. Может быть, кому-то эта игра очень-очень сильно нравилось раньше. Кто-нибудь, может быть, засиживался там в компании друзей в эту игру. Но всякое бывает, что. Не скажу, что плохая, в принципе, так там как бы достаточно хорошая, но просто я сам по себе не любитель был раньше. Этого лягушонка. Как некоторые, как я уже говорил. Ну а сама по себе игра так-то неплохая, конечно. Лучше, чем видеоролики смотреть, особенно на телефоне. Так, 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 что тут еще есть? Монетки, так, хотел я эту штуку поднять, а лучше не поднимать. Что-то у нас финиш где-то там затерялся, по ходу дела. Вот он должен уже быть скоро, скоро, вот он уже. Нифига, как все далеко от меня улетели. Да, ну в принципе, посидите буквально там, наверное. Вечерок, не вечерок, но... какое-нибудь времени приутный просто к управлению все-таки прокатиться по некоторым трассам, чтобы расположение поворотов и прочего запомнить. И в принципе все, только так в путь пойдет. Финиш. Да, лучший круг 2 минуты, а я проехал за 7. Вот это просто happy fail. Ну ладно, что так, ну все, в принципе, что хотел я вам показать в этой игре. Не знаю, берите образ, скачивайте, играйте, переигрывайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх.